Оплачиваю услуги ЖКХ со скидкой 61%. Бесплатная консультация по телефону 8 800 555 27 76. Уральский гуманитарный институт. Высшее образование дистанционно и заочно. Информационная служба Тагил ТВ рада встрече с вами. О самых важных событиях первого дня осени расскажем в ближайшие 15 минут. В студии Елена Терехова. Здравствуйте. Учение «Тьма». Школьники вагонки сегодня собирались на День знаний без света. На ТЭЦ УВЗ произошла авария. Какая и все ли удалось починить? 40 украинцев сегодня отправились в тагильские школы. Глава города приехал навестить новых тагильчан-первоклашек. Какой привез подарок градоначальник ребятам? 11-я школа открылась после долгого перерыва. Теперь она православная гимназия. Сколько тагильских ребят выбрало это образовательное учреждение? День знаний в Потемках. Вагонские школьники сегодня собирались на линейку без света и воды. На ТЭЦ УВЗ произошла авария. Без систем жизнеобеспечения осталось несколько сотен тагильчан. В 6 часов 10 минут утра при подготовке к ремонтным работам на ТЭЦ «Уралвагонзавода» при переходе на временную схему электроснабжения, значит, при переключении было произведено короткое замыкание, что вывело линию 110 кВт из работы. Аварию специалисты устранили меньше, чем за час. Сначала в дома жителей вагонки вернулся свет. Еще через полчаса из кранов полилась горячая и холодная вода. В обычный режим система вошла в 9 утра. Но, несмотря на аварию, праздник все же состоялся. 35 тысяч школьников сегодня отправилось в школу. Из них 40 украинских, теперь уже тагильских ребят. Глава города сегодня для них приготовил подарок, какой знает Дарья Хнычкина. Волнуется так же, как все, возможно, даже чуть больше. Сегодня из домашних Стас встал раньше всех. Малыш – первоклассник. Я очень довольна, что я пошел в школу. Мальчик еще не умеет читать и писать, но уверен, обязательно научится. Учебу, говорит, полюбит так же, как и город. Стас приехал из Украины. Потому Сергей Носов решил подарить мальчику не азбуку, книгу со сказами Бажова. Самое лучшее и самое интересное, что может прочитать, чтобы понять лучше, что такое Урал. Богатство Урала. Подарки от главы получили и 8 новых тагильчан. Именно столько будут учиться вместе со Стасом в 20-й школе ребят из Украины. В гости градоначальник приехал и к детям из 51-го лицея и 13-й школы. Воспитывать чувство патриотизма, говорит, необходимо с раннего возраста, чему ребята совсем не противятся. Мне нравятся кадетские корпуса, мне нравится оставаться на продленке, ходить на парады, секциями разными заниматься. Все дети, утверждает Сергей Носов, талантливы по-своему. Главное – не просмотреть. Это и является одной из важнейших задач нынешних педагогов – помочь молодым дарованиям найти то, что их действительно интересует. Из них получатся очень достойные граждане России, граждане, жители нашего города, которые самое главное потом в жизни были честны. А независимо от того, какие бы они должности не занимали, чего бы они не достигли каких бы высот в жизни. Дарья Хнычкина, Вадим Усков, Анатолий Тютин. Новости Тагил ТВ. Сегодня в городе стало на одно образовательное учреждение больше. Работу после долгого перерыва начала 11-я школа. Теперь она православная гимназия. Сколько детей будет учиться в ней, Алексей Алексеев побывал на линейке и узнал. 9-летняя Настя 3 года училась в коррекционной школе номер 105. Как только стало известно об открытии православной гимназии, родители девочки, глубоко верующие люди, решили перевести ее сюда. Выбор, конечно, упал именно только на эту школу. Во-первых, духовное воспитание детей, то, что самое как бы главное, я считаю, на сегодняшний день. Во-вторых, именно в этой школе будут заниматься нашими детьми не только преподнося им знания, а именно воспитанием наших детей. В гимназии набраны 5 классов начальной школы, в том числе 2 первых. Помимо обучения по обычной программе, детей ждут разнообразные дополнительные занятия. Планируется открыть спортивные, музыкальные, художественные, технические кружки и секции. Особое внимание духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. Многие путают и думают, что это как бы духовное училище здесь, всего до 4 класса. Нет, это общеобразовательная школа, но оно имеет направление и уклон как бы на православие. То есть такой
христианина, такого крепкого христианина воспитываем. Здание 11-й школы было передано Нижнетагильской епархии весной прошлого года. Построенное еще в 1939 году, оно требовало серьезного ремонта. На средства церкви и пожертвования к нынешнему учебному году его удалось подготовить. Впрочем, серьезную работу еще предстоит провести. Корабль отошел от берега. Он, может быть, еще не все паруса подняты. И, может быть, там еще и пробоины есть какие-то. Может быть, еще что-то есть, но я думаю, что он уже плывет и будет плыть. Православная гимназия и в дальнейшем рассчитывает на поддержку всех, кто заинтересован в существовании подобного образовательного учреждения. Деньги же, которые придется платить родителям, 3000 рублей в месяц, по словам директора, будут тратиться исключительно на трехразовое питание детей. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Егор Егошин, новости Тагил ТВ. Пока шел праздник, полицейские работали в усиленном режиме. Сегодня жизнь школьников оберегала порядка 500 правоохранителей. Из них треть инспекторов ГИБДД. Были задействованы 131 сотрудник ГИБДД, 29 патрульных автомашин, значит, у 83 школ города. Такое массовое задействование сотрудников, это, конечно, 1 сентября, потому что дети и родители все идут в школу. Это действительно очень такой торжественный, важный день, не только, я думаю, для детей, но особенно важен он для родителей. Поэтому, как всегда, все силы кидаются именно 1 сентября. Но спокойного праздника у дорожных хранителей, к сожалению, не получилось. Сегодня утром около 4 часов утра на вагонке произошла авария. Водитель автомашины «Кирилл Спектр», двигаясь со стороны улицы Садовода в сторону улицы «Юность», соблюдая по предварительным данным, соблюдал скоростной режим, допустил съезд с автодороги, наезд на препятствие дерева. От удара мужчина погиб, его тело пришлось доставать из машины при помощи спецоборудования. Первый раз на первый курс новый учебный год начался сегодня и в средних специальных учебных заведениях города. К примеру, в медколледж сегодня отправилось более 1000 юношей и девушек. Мы набрали студентов, более 500 человек. То есть новых студентов у нас влилось в наш коллектив очень много. Это прежде всего база 9 классов. То есть это те ребята, которые должны были обучаться в школе, но будут учиться у нас, выбрали медицинскую специальность. И, ну, мы очень рады этому. То есть мы довольны своим набором, мы довольны своими ребятами, контингентом, который у нас будет. Абитуриентам за место в колледже пришлось побороться. Конкурс составил 2 человека на место. Больше всего пришлось поконкурировать тем, кто видит себя в сестринском, лечебном и акушерском деле. Зачисляли ребят по среднему баллу аттестата. Педагоги остались довольны. Уровень знаний у ребят высокий, говорят. А вот с выпускниками не все так радужно. Колледж в этом году закончит порядка 100 студентов. Все они, надеются, преподаватели пойдут по профессии. В медучреждениях молодые специалисты на вес золота. Подарок школьникам сегодня сделал кинотеатр «Красногвардеец». Провел закрытый показ картины «Собачий рай». За день кинолента увидела порядка 300 детей. Это подарок Дню знаний. Хороший российский фильм для семейного просмотра, каких у нас очень мало за последнее время на экранах. Больше всего развлекательное кино. Посмотреть кино пригласили не только школьников, но и воспитанников детских домов. Фильм, говорят красногвардейцы, не по-детски серьезен. О дружбе, отношениях и, конечно же, собаках. У картины множество наград. Лучшая детская роль, лучший сценарий. После сеанса маленьких зрителей сотрудники красногвардейца угостили сладостями. Подались в дворники. Тагильские металлурги и железнодорожники взяли в руки грабли и выдвинулись на субботник. Так поддержали всероссийскую экологическую акцию «Зеленая Россия». Что прибирали, об этом в следующем сюжете. Их руки грязи не боятся, закалены сталью. Сегодня купаются в листве. Металлурги вышли на всероссийский субботник, прибирают музей-заповедник имени Куйбышева. Мне важно, чтобы город был чистый, чтобы его окружающие не засоряли. И хотелось бы, чтобы на территории заповедника было точно так же, как у всех дома. Я считаю, это необходимо просто, чтобы было приятно ходить. Чтоб видно было эстетику. Пусть мусора здесь не так много, работу нашли все. В руки грабли взяло около 200 металлургов. Отказалась помочь, пожалуй, только кошка. Уговаривать не надо было. Мы попросили, чтобы поучаствовали все подразделения комбината. На самом деле все подразделения комбината поддержали. По несколько человек свои представители, потому что есть еще рабочие процессы. Ну, а
Здесь, если не мы, то кто еще здесь наведет порядок? Металлурги территорию знают хорошо. Порядок здесь наводили уже в прошлом году. Думают, субботник на территории завода истории сделать традицией. Среди железа, там, кирпича и всего то, что связано с материалами индустриальными, конечно, всегда иметь приятно вот такие природные уголки. А завод, он вообще, во-первых, он, у него большая такая историческая особенность, что очень много зелени, много цветущих растений. Поэтому, когда это все в порядке содержится, то это тоже похоже на участок маленького сада. Поезда и рельсы на уличный асфальт сменили и железнодорожники. План на сегодня грандиозный – 15 городских площадок. И это только часть из запланированного. Мы прибираем территорию своих предприятий, производственно-технические территории, территорию вдоль полосы отвода железной дороги. Там у нас примерно около 200 000 квадратных метров идет. Работа у путейцев спорилась. Всего несколько часов им понадобилось, чтобы выполнить задуманное. Итог – несколько сотен пакетов с мусором и чистый город. Дарья Хничкина, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. Это все новости понедельника. Пока бабьего лета не предвидится, ночью ожидается заморозки до минус 2 градусов. Одевайтесь теплее и обязательно смотрите Тагил ТВ. Своим зрителям на этой неделе подготовили набор для садовода. Приз от спонсора рубрики магазина «Солнечный сад». Его отдадим за самую интересную новость. Звоните нам по телефону 41 95 51 или пишите на сайт tagil-tv.ru. Встречаемся завтра в привычное время. Хорошего вечера. Увидимся. Оплачивай услуги ЖКХ со скидкой 61%. Бесплатная консультация по телефону 8 800 555 27 76. Уральский гуманитарный институт приглашает получить высшее образование дистанционно и заочно. Направления подготовки: экономика, менеджмент, юриспруденция. Для поступления подайте заявление на сайте distant-urgi.rf. Рубрику представляет компания «Синегория». «Спутник» стал бронзовым призером. Последняя игра в рамках предсезонного турнира Кубок губернатора Оренбургской области завершилась накануне во Дворце спорта «Юбилейный». В поединке за третье место против Южного Урала удача улыбнулась тагильской ледовой дружине. Первыми стала команда «Динамо», вторыми «Ермак». Пятерку лидеров замкнул «Челмет». По традиции организаторы турнира назвали имена лучших игроков. В их число вошли и тагильчане. Защитник Антон Алексеев и вратарь Александр Хомутов получили фирменные часы из рук главы Орска Виктора Франца. Юные хоккеисты своих коллег постарше перегнали. В Кубке Тобольска заняли лидирующие позиции. В Ледовом дворце спорта «Кристалл» собрались спортсмены 2000 года рождения из Тюменского легиона 2, Тобольского «Ангела Сибири», Курганского «Зауралья» и Тагильского «Спутника». В последний день турнира наши спортсмены с разгромным счетом 10-3 победили Тюменский легион 2 и увезли главный приз домой. На этом у меня все. Главных спортивных событий города смотрите завтра в это же время. Анна Хабарова, Егор Егошин. Новости спорта Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Синегория», и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Синегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 12 07.